Чтобы быть в тренде современной науки, необходимо партнерство с ведущими вузами и бизнесом. Стратегическая сессия – это возможность объединить усилия и обсудить развитие технологий и выхода высшего образования на новый уровень. Построение этих планов для будущего – это как раз задел в кадровую политику, в подготовку выпускников. Поэтому мы на эту сессию большие надежды возлагаем. Дорожная карта определена национальным проектом «Наука». Одна из задач – развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. Сегодня рынку нужны специалисты будущего. В ближайшее время необходимо сформировать как минимум 10 новых направлений в образовании. Среди них нейронаука и нейротехнологии, фотоника, высокотехнологичное здравоохранение, телемедицина, биоинформатика. В планах университета в том числе развитие онлайн-образования – и инновационно-производственной деятельности. Формирование стартапов, создание новых технологий, продвижение этих технологий в производство совместно с нашими бизнес-партнерами. И нам нужно определять свою роль в научно-технологическом развитии и нашей области, и в целом страны. Белгородский университет – один из лидирующих игроков в сквозных цифровых технологиях, отмечает представитель Сколковского института науки и технологий Тимур Гареев. В перспективе с НИУ БелГУ видят совместные проекты. Интересный для нас это, конечно, применение цифровых технологий в приоритетных отраслях. Это очень широкое понятие само по себе. Ну, на поверхности лежит, конечно, вопрос цифровой технологии в агробизнесе. Это сейчас очень горячая тема, и Скалтех такой приоритет вырабатывает внутри себя, и нам здесь очень нужны и важны ваши компетенции. Сегодня БелГУ – градообразующий центр. Усилия направляет не только на продвижение науки, но и на социокультурное развитие. Открытая инфраструктура для жителей. Национальный исследовательский университет входит в топ-20 лучших российских вузов в рейтинге. Компания «Интерфакс» в топ-100 международного шанхайского рейтинга по направлению металлургический инжиниринг и не только. Идеи, которые будут сформулированы в ходе стратегической сессии, станут основой программы развития вуза и будут рассмотрены правительством Белгородской области для поддержки. Возможно, поддержки в части, связанной с выстраиванием отношений с новыми инвесторами и работодателями, да, в помощь вам, вот такой административный ресурс. А с другой стороны, финансовой поддержки для новых проектов. Екатерина Ковалева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.